Thank you.
азбука. С ней ты пойдешь в школу. Сверчок, а сверчок, решено. С завтрашнего дня я буду человеком. Древние формы славяно-арийских письмен построены на системе образного восприятия, то есть на принципе передачи целостной объемной мыслеформы. Образность письма унаследована от рун, которыми наши предки отображали окружающую их действительность. Руна – это не буква и не слог. Руна – это ключ к тайной глубинной сути явления. Каждая руна – это уникальный концепт с множеством самостоятельных образов. Соединение этих образов открывает и порождает новые самостоятельные образы. Любая руна того же санскрита, то есть упрощенной формы харийской короны, содержит до 50 самостоятельных образов, а в оригинальной короне, союзе, рун, их 144. Древние славяно-арийские письмена и особенно жреческое письмо дают возможность передавать определенные образы многомерных структур, благодаря чему существуют пути доступа к информации глубинного уровня. Для выявления образа, заложенного в руническом тексте, помимо простого поверхностного чтения, производится еще три так называемых глубоких чтения. Результат каждого этапа чтения становится ключом к переходу на следующий, после чего все четыре этапа соединяются в единый текст, и тогда производится дешифровка глубинной информации матрицы. Таким образом, мы имеем дело со своеобразной информационной матрешкой для всеобщего пользования, где простое чтение является носителем, который простой люд повторяет в песнях и гимнах из века в век, а жрецы владеют ключами для расшифровки глубинной информации. Так просто и надежно раньше обеспечивалась сохранность и передача древней мудрости. Более простое, но не менее образное содержание хранит в себе древнеславянская буквица. Ее урезание производилось неоднократно, начиная с Кирилла и Мефодия и вплоть до Октябрьского переворота, когда большевистская власть принудительно поменяла русскую азбуку на фонемный алфавит. А такой алфавит не способен обеспечить даже простое поверхностное считывание образов. Теперь становится понятно, почему выражение «азбучные истины» сегодня мало кому известно даже в виде отвлеченной поэтической метафоры. Ранее существовало немало способов познания образов. Одним из них был табличный. Заполнение квадратов различного формата символами, несущими скрытую в них информацию, давало возможность взглянуть на творимый образ объемно и многогранно. Для примера возьмем самый простой. Заполним квадрат 7×7 49 знаками древнеславянской буквицы и учтем основное правило. При толковании сосредотачиваться не на символах, коими являются начертанные знаки, а на образах. При горизонтальном, вертикальном и диагональном прочтении каждой строки мы обнаружим 28 цельных математически точных текстов, которые генерирует эта система записи. Читаем по горизонтали. «Ас Бога ведает глаголя добро, которое есть жизнь». При диагональном чтении получим «Ас весьма мудр, устои творя родовые во времени». Вертикальное чтение даст нам «Ас живет, как слово цельное снизошло и утвердилось повсеместно». Или «Бытие общинное покоится на путях, соединяющих все естество». Возвращаемся к горизонтали. «Жизнь, обильная на земле, гармонирует и с вселенной, и с общиной, создавая древо мироздания». Это и подобные формы записи хранят в себе множество простых и ясных посланий, отражающих суть славяно-арийского мировоззрения –
В самом языке заложена аксиоматика жизни. Это те самые азбучные истины, которые ведали наши предки. Thank you.
Thank you.
деле это не естественный камень, а геополимерный бетон. И снаружи он был обмазан слоем более качественного состава, ну, по крайней мере, состава, который немножко отличался от состава внутреннего. Из-за этого возникла такая неоднородность вдоль поверхности и слезает кожа. Вот давайте посмотрим, что под этой кожей находится. Песочек. Видно, что здесь находится песочек. Это не гранит. Это геополимерный бетон. Кстати, следы обстановки можно увидеть не только на блоках пирамид. Мы находимся во дворе храма в Эсне. Здесь находится камень, несущий в себе явные следы бетонного происхождения. Остатки тростниковой циновки вмороженные в камень. Эта пирамида составлена из блоков, которые покрыты твердой коркой, а внутренний состав существенно мягче. Для естественных камней такого не бывает. А вот для бетонных блоков это очень естественно, потому что для того, чтобы сделать блок, могли использовать более дешевый состав для внутреннего блока и более дорогой, более крепкий для того, чтобы сделать его поверхность. Это можно рукой вот его разломать просто рукой. Это внутри дупла, это внутренний состав камня. Если же мы попробуем повредить вот эту корку, внешний состав, то тут не может быть и речи о том, чтобы разбить его рукой. Даже тоже.
лето малину, да не стой над ракой, да не стой над ракою, не кивай галиной. Ой, да лето малину, не равняйся со мной, не равняйся со мною, нет, я у мамы родной.
свиток Торы, который Бог передал Моисею. Вот это вот огромный свиток, который носят по особенно важным дням, да? Правильно. Вот это Тора. Это Тора. Вот этот палец, это по Торе водить. Правильно. А все остальное просто книги. Это разные комментарии на Торе. Мишна, Талмуд и дальше, дальше, дальше. Десятки, сотни тысяч книг. Все комментарии на пятикнижные Моисея, который Бог передал Моисею на горе Синай. И передается от поколения к поколению. Мы, например, в православии полагаем, что есть на свете книга Библия. И она в равной мере для всех справедлива. И мы видим в Библии Ветхий Завет и Новый Завет. Где место Торы здесь? Ветхий Завет – это и есть Тора. Ветхий Завет – это и есть Тора. Зародившись в Древнем Египте, вот эта мафия, древнеегипетское жречество, для реализации своих замыслов им нужно было специфическое войско. Вы помните, Египет вел войны за жизненное пространство и часто проигрывал. И стала задача вести войну таким образом, чтобы не проигрывать, и, то есть методом культурного сотрудничества. Но для этого должно быть войско, вооруженное не луками, стрелами, там, мечами и прочими атрибутами, а вооруженные информационным оружием. И вот таким войском они сделали мировое еврейство. Они взяли одно из бедных семитских племен, почему закон-то не об антиевреизме, а об антисемитизме. Семиты – это кочевые племена арабов-кочевников. Они взяли одно из этих семитских племен и увели их на 42 года в пустыню. Спрашивается, зачем этих несчастных людей было водить 42 года по пустыне, пересечь которую можно там за 2-3 недели. Это приблизительно Синайский полуостров, как Крымский. А вот для чего. В условиях пустыни старики быстро умерли, жарко, солнца, воды там нет. А те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть появились Иваны, не помнящие своего родства. Значит, не работали, питались дармовой манной кашей, которую древнеегипетское жречество на повозках привозило. И только один жрец-экскурсовод Моисей знал, где очередная куча манной каши, куда идти. А они же неграмотные были, не убежишь из пустыни. Почитайте внимательно Библию, там все это написано. То есть их сделали заложниками. Значит, не работали. Питались дармовой манной кашей, а чем занимались? Занимались боевой и политической подготовкой, то есть днем марш-бросок, а вечером им промывали мозги, жрец-экскурсовод Моисей. Что он говорил? Вот послушайте, значит, а я цитирую. «Итак, Израиль, слушай законы и постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Что для этого надо делать? «Не давай в рост, то есть под проценты ростовщичества, брату своему, имеется в виду иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцам, то есть нам всем, не иудеям, давай в рост, а брату своему не давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их, резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся». Я вам процитировал, можете проверить. И вот вся эта мерзость считается у нас мерзостью священной. За моей подписью ушло письмо патриарху московскому и всея Руси, Алексию II. «Уважаемый святейший патриарх, вот это кто? Бог писал или кто?» Нет ответа. С 93-го года и не будет. Понимаете почему? Потому что а что тут отвечать-то? Папа Римский, тот хоть по крайней мере заявил, что нам надо пересмотреть, значит, изложение Библии, как не соответствующее современному там терминологии и так далее. То есть чувствуется, что что-то надо выбираться из этой, так сказать,
трясина, потому что куда же с такими тезисами денешься? Царствию его не будет конца. Ты чего? Ничего. Свет создал Господь Бог в первый день, солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? А вон отсюда! Thank you.
массы – причина гравитации. Повторяемость элементов эфира определяет повторяемость происходящих в нем электромагнитных процессов. Именно она образует всеобщие закономерности, определяющие законы классической физики для нашего мира. Что касается энергии наномира, то она превышает ядерную в немыслимое число раз – 10 в 74 степени. Вращательное движение элементов эфира можно преобразовать в колебательное и далее в электрический ток, подобно тому, как скрытая энергия пара превращается в движение паровоза. Нужно только сделать паровоз для наномира, который заставил бы дребезжать его элементы. В случае удачи это принципиально новый источник энергии, создающий электрический ток высокой частоты буквально из любой точки пространства. Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потери на излучение будут не более 0,01%. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все значительно сложнее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонаторов. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. Ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи. Это радиотехническая лаборатория. Здесь проверяют наличие резонансных свойств различных систем. В нашем случае это так называемый трезубец Нептуна. Подключаем заземляющую шину и генератор сигнала передатчика. Электромагнитным щупом снимаем отраженный сигнал. Сигнал зависит от положения щупа. Максимальные напряжения возникают на остриях проводников. Возбудить резонатор непросто, но прибор фиксирует наличие резонанса. Эта решетка состоит из нескольких крестообразных резонаторов. Чем меньше радиоволн она излучает, тем лучше ее резонансные свойства. Отсюда очень высокие требования к качеству поверхности и симметрии конструкции. Попробуем измерить потери на излучение. И здесь отраженный сигнал зависит от положения щупа. Для любых известных резонаторов коэффициент отражения меньше единицы. Но в нашем случае он больше. Это значит, резонатор преобразовал внутреннюю энергию эфира в электрическую. Гипотеза о возможности использования энергии наномира подтверждается. А следовательно, делает бессмысленными все усилия человечества по усовершенствованию сжигания дров, угля, нефти, добычи экологически опасной химической и ядерной энергии. Как известно, все проекты вечного двигателя даже не рассматриваются ни одним патентным бюро мира. Но у нас в руках не вечный двигатель. Это лишь преобразователь внутренней энергии эфира в электрическую. Другое дело, что сама энергия среды наномира неисчерпаема. Движение среды, воздуха в данном случае, полощет флаг. По законам физики можно представить и движение флага относительно воздуха. Подобно тому, как плывет в воде рыба или ползет по земле уж. Они используют окружающую среду для передвижения.
Но, как оказалось, можно использовать для движения и среду наномира. Если нарушить симметрию резонатора, силы не будут уравновешиваться, и он оттолкнется от эфира, как уж или рыба от воды. Это резонатор, преобразующий внутреннюю энергию наномира в электрическую. Другие хорошо работающие модели вдруг оказались невероятно знакомыми. Трезубцы Нептуна, Зевса, Шивы, Перуна и других богов. Все они символы силы и энергии. Случайно ли это? Это модель структуры наномира с осями симметрии. В таком ракурсе явно видно, что основой ее является христианский крест. Однако в другом те же оси образуют библейскую звезду Давида. Компьютер еще ярче выявит этот феномен. Это вращение модели электронного пропеллера, он же чертово колесо. Здесь, в перекрещении осей, ясно просматривается свастика. Странная вещь. Научная модель наномира объединяет символы различных религий. Странно. Но случайно ли это? Если антенна может трясти эфир, не может ли она оттолкнуться от него, как рыба от воды? Долго ли, коротко ли шли исследования, но завершились они созданием простенького двигателя для дешевенькой летающей тарелочки. Их появление оставило различные религиозные символы. Черный квадрат, крест, языческий крест народов Коми, удмуртский крест, трубчевскую серьгу, латвийский узор. И тут просто сам собой возникает вопрос, что если подобные аналоги порождены реальными прототипами, преобразователями энергии? Как-то вдруг оказалось, формы и структуры наших моделей всегда воспроизводились в традиционных орнаментах, узорах, в утваре, в элементах решеток и оград, в огромном количестве ритуально-магических и декоративных предметов. А может, это действительно память о посещениях? Ведь построили же соломенный самолет туземцы, увидев американский бомбардировщик в известном фильме «Воспоминания о будущем». А может быть, о прошлом? Та же связь форм лучших моделей прослеживается в церковной архитектуре. Модель пятикупольного двигателя. Его проверить проще, чем резонатор. Достаточно подключить к нему источник энергии, и разряды тока возбуждают резонатор, и он начинает двигаться в полном соответствии с законами классической физики. Можно подумать, что движение связано с искрением и другими побочными эффектами. Однако эксперименты показали, что влияние разрядов и ионных потоков снимает герметическая камера. А круговая траектория снимает эффект магнитных и электростатических полей. Двигатель работает даже внутри металлического экрана. Резонаторы могут менять свою форму, сохраняя резонансные свойства, так как важным является лишь симметрия формы. Но
Но как сделать двигатель мощнее? Можно соединить в батарею много элементов. При этом все они должны работать в одном направлении. Такое преобразование позволяет сохранить резонансные свойства. Повторяя операцию по другой оси, можно увеличить силу тяги. Дальнейшее уплотнение системы увеличивает ее удельную мощность. Ну, чем не ковер-самолет? А может быть, так и было? Разработка и освоение таких источников энергии приведет к новой технической революции, подобной тем, что являлись с приходом века пара, века электричества, века атома. Только этот источник энергии вечный и экологически чистый. И рано или поздно мы придем к...
праздничный бал. Thank you.